Всем привет, мои хорошие! Сейчас весна. Многие котлеи проснулись, у них как раз сезон, они растят рост или уже дорастили рост, и время растить корни. Некоторые ребятки растят корни уже после цветения, после периода покоя. И, конечно же, с приходом такого солнышка, влажности весенней из-за постоянных дождей, и опять-таки тоже солнышко, быстрее фотосинтез, быстрее поглощаются все вещества, быстрее просыхают орхидеи, мы их чаще поливаем, давая новую свежую воду с различными микро-макроэлементами для того, чтобы снова активно там фотосинтезировать и прочие процессы производить. И, конечно же, это вот сейчас момент, когда все очень активно растет, активно растут корни, и я показала... ну, в Инстаграм и на Фейсбуке. Вот это мое чудо. Вот, видите, сколько корешочков. И это не единственное мое такое чудо. Там он тоже активно. Со всех новых бульбочек. И вот тут вот у меня, я просто горжусь своей брутонией. Нигриленсис, лилии рубенсис, гибрид. Вот такие вот тут тоже корешочки и со старых бульб. Где-то тут вот. Из крайних новых бульб. Вот тут вот он вон в серединке тоже растет. То есть отовсюду пошли корешочки. И, конечно же, сразу много вопросов. Что ты давала? Какой стимулятор? Я тоже хочу его дать. Мне тоже нужны такие корни. Ребят, не давала я никаких адских стимуляторов, все как всегда. Вверху сейчас подсказочка на видео про корнеобразование. Я уже снимала про то, как я это делаю. В общем, посмотрите. Тут немножко повторюсь. Ребят, понимаете, вы можете удаваться корнеобразованием, а корни так и не пойдут. Или они пучком вылезут, но на этом все и закончится. Никто не закопается в субстрат, ничего полезного из этого не будет. А корни – это такой очень комплексный процесс. И одним из главных для корней, для хорошей корневой системы, это, конечно же, адекватный полив, правильный полив. Соответствующая культура потребностям именно этой орхидеи. И есть разнообразные подходы к этому делу, и котлеи тоже не под одну гребенку зачесаны, то есть не у всех свои нужды в этом вопросе, поэтому вам надо подобрать под свои условия, под свою посадку, чтобы это было хорошо. А на корнеобразование влияет хороший свет, да, это очень важно тоже для корней, хотя многие недооценивают, но кто поставил классные лампы правильные, те тоже заметили, что корни прям очень круто пошли. И, конечно же, это комплексное кормление, комплексное удобрение и также витамины. И не надо бояться, многие очень боятся фитогормонов. Конечно, ними не надо прям закармливать растения, но фитогормоны – это не только цитокинины. Цитокины? Все время, кстати, забывают, цитокины или цитокинины, не суть. Это также еще ауксин, гиберлин и прочие, и они есть в ваших удобрениях. В очень небольших дозах они тоже нужны орхидеи, от этого никуда не деться. Плюс к корнеобразующим препаратам надо давать хорошее НПК, потому что корни из чего-то надо построить. Для этого нужно много других элементов. Также для ветвления корней тоже важны другие элементы. Поэтому все надо давать комплексом. Не получится вам сесть, дать там, например, какое-то корнеобразующее, у вас все попрет, не попрет. Это все очень-очень комплексный процесс. К нему надо подходить с умом, надо готовить растения, надо, чтобы у него были на это силы, были возможности, и, конечно же, чтобы был правильный промежуток времени. Опять-таки, возвращаясь к котлеям, есть котлеи, которые растят корни вместе с ростом бульбы, или когда наливают бульбу, или когда бульба закончила свой рост, и тогда начинает рост корней. Некоторые дают корни после цветения. На это тоже надо обращать внимание, потому что иначе все ваше вот корнеобразование пойдет на смарку. Вы не заставите орхидею. Если даже у вас как-то получится заставить, это будет в неурочное время. Это будет неправильно, пользы от этого не будет. Не надо с этим торопиться.
почитайте, подходите к этому с умом. Кстати, очень удобно почитать про корнеобразование у котлей. Если вы увлекаетесь и хотите хорошую коллекцию, то это очень помогает понять, когда вам нужно купить котлею. Потому что все мы знаем, что чтобы все прошло хорошо, удачно и успешно, надо, чтобы она у вас хорошо укоренилась. И тот вариант, когда вы покупаете котлею и потом целый год ждете корешков, это плохо. И при низкой влажности достаточно тяжело вытянуть растение. Поэтому читайте, когда происходит корнеобразование, и заказывайте себе катки так, чтобы они к вам как раз пришли чуть-чуть раньше, чем у них должны пойти корешки, или хотя бы в тот момент, когда у них должны пойти корешки, и тогда все проходит на ура, она прекрасно у вас укореняется и дальше уже спокойно живет. Такой небольшой лайфхак, скажем так. Вот мои прелести вот так растут. Коротенько про корнеобразование сказала. Опять-таки, сейчас уже в конце ролика появляются подсказки на видюшки про корнеобразование. Я обязательно вставлю. Плюс в описании, конечно же, вставлю. Ну и в начале ролика была ссылочка, подсказочка на ролик про препараты тоже. Всем большое спасибо за просмотр. Спасибо всем, кто досматривает видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте писать комментарии. Делитесь этим видео с друзьями и в группах. И на этом уже совсем все. Всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока!